В нашей стране планируют упростить нормативно-техническую документацию в дорожной отрасли. Для этого в Мининдустрии намерены провести ревизию, которая сократит время работы с отраслевыми правилами, уберет дублирующие документы, а также улучшит качество проектирования и строительства дорог. Кроме того, будут отменены невостребованные и утерявшие актуальность нормативные документы, которые действуют еще с советских времен. По словам сотрудников ведомства, новшество будет внедрено с 2025 года. Создали рабочую группу. У нас вот 4 направления. Это по проектированию, строительству, эксплуатации и экономике дорожного строительства. В рамках этой работы мы вот сейчас проводим полностью всю актуализацию этих всех документов. Мы, конечно же, сами это все не будем делать. Это будет делать совместно со всеми заинтересованными, со всеми ведомственными организациями. То есть, если было 1200 документов, то сократится до 100 документов. В Мининдустрии также заявили, что в конце каждого года будут составлять так называемый черный список недобросовестных подрядчиков, затягивающих с ремонтными работами или которые выполняют их некачественно. Вошедшие в этот список компании не будут допускаться к тендерам. Кроме того, в ведомстве назвали регионы с худшими дорогами. Это Запад республики, Атырауская и Актюбинская области. А лучшие трассы в Мангистауской, Алматинской и Жамбылской областях.